Всем привет, дорогие друзья! И в этом видео я покажу, как сделать буквы ручной работы. Меня зовут Антон, это канал Wooden Heroes, и мы начинаем. Под проект использовал материал липа, доска 50 мм, шириной в районе 15-17 см. Основная задача состоит в том, чтобы ровно снять фаски. Все остальное дорабатывается шкуркой. Уверен, что будет сразу множество комментариев. Я бы такое сделал за 2 секунды фрезером. Попробуй, сделай и поймешь, что фрезером такие буквы сделать невозможно. Также к этим буквам добавил 2 вильника, которые покажу в следующем видео. А сейчас приятного просмотра. Насладимся приятным хрустом древесины.